Начать с того, что написано осторожно, а там привидение. Привидение сидит в колодце. А шпухань, это слово шпух, это если это дух. Что ты нам работаешь? Ленчишься за меня. Вечно что у нас ленчу. Вот она сидит. Там, и вот там вода. 176 метров. Он робит надмерный свой аппарат. На кратце. Wir möchten noch erwähnen, dass das Land Thüringen außer den Kyffhäuserbrunnen auch noch mehr an Schätzen mittelalterlicher Wasserversorgung zu bieten hat. Глубина колодца 176 метров. Самый глубокий каменный колодец в мире. А ты будешь купаться. Сейчас резкость поймать. Ja. Ich habe gemeint, achso, du schmeißt. Mhm. А сейчас смотри. То? Камень. Ihr habt Steine und ich habe jede Menge Wasser hier unten. Это подземный царь наказывает, ну да, за тех, кто бросает камни туда. Wer mit Stein schmeißt, wird bestraft. Нормально. Начинается маленькое путешествие на вершину замка, к сожалению, которое на реставрации. Ага. Так, страшно? Да, здесь еще есть. Идем, идем. Идем, идем, тут эхо. О! Потому что окна закрыты. Ага. Силу духа света, вот здесь лошадь. Вот здесь. А, вон копыта видно, да? Брюхо лошади. И кое-что другое. Посмотри, как красиво смотрится. Ой, смотри. Идем? Идем. Ты снимал, да? Да. И вот вознаграждение за труды. Вот такая панорама. Да, красиво. Это ты хорошо сказал. Награждение. Вот там внизу это развалины. Это Унтербург. Нижняя, средняя, здесь была и верхняя. Это то, что строилось в 11 веке. А теперь, вот, а там где-то далеко Альштет. Правильно. А это там деревня Тильда. Ага, Тильда. Там тоже жил Барбаросса. Там большой двор. Вот это верхняя башня. Да.
по-моему, кран там стоял 3 года у этого башни, у этой башни. Кельбра, вон, там, за горой. Да, за этот Ротенбург, за эту башню там. Видишь, эта башня там? Это Ротенбург, тоже замок. Ага. Вот, и ага. Кусочек озера видно. Да, и кусочек озера, да, 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 да. И Нордхаузен там. Да. Ага. Музыка для них. Да, конечно, эти леса строительные тут помешали. Слух. 33, 34, 35, 36, 37, 237, 150.